Всем здравствуйте! Сегодня у нас 11 августа 2023 год. Пятница. Одесса. Одессе чудеснейшая погода. С утра пасмурно. Легкий ветерок. На градуснике плюс 20. О, что-то новенькое открыли. Да. В общем, чудесная погода для прогулки. Что у нас? А, мы сейчас, что вы знаете? Мы сейчас шли по Преображенской, угол Тираспольская. Светофоры не работают. Зашли в магазин. Тоже не работает. Нет света. Ну и спрашиваем девочек, давно нет света? Она говорит, да, вот пришли, с самого утра нет света. Я говорю, что говорят, что обещают? Говорят, да, что весь день не будет свет. Ну, мы думали уходить. Так немножко походили по магазину и раз, включили свет. Они так обрадовались. В общем, и сегодня... По некоторым адресам не будет воды в городе. Эти адреса я выставила на нашем канале Telegram. Канал называется «Одесские прогулки». Ссылку и название я выставляю под видео. Можно увидеть адреса, где сегодня не будет воды. Ну и вот видите, сегодня и света нет в центре города. Кое-где работают генераторы. На улицах слышно, да. И о, смотрите, в центре города идут ремонтные работы, что-то там копают. Получается. Да. А что ж это могут копать, Игорь? Такое. Вон трубы какие-то вынимают, не знаю. Здесь не пройти, да? Не пройти, да? А. Ты посмотри. Но мы можем так вот между ними, да? Идем? Ну да, идем. Мне не хочется идти через Кадор. Это там Кадор, Сельпо. Ну, такой большой торговый центр. И мы много раз заходили вовнутрь и в само Сельпо заходили, цены смотрели. Да-то тут не так-то просто и пройти. Да, какие-то трубы. А, аварийно. А что ж это за трубы? Ты понимаешь в этих трубах? Да. Так, ой, идем здесь. Пока машин нет, они стоят. Давай быстро. Мы идем по дороге. И ни одной машины. Ого. Смотри, прям там лаз целый. Трубы никакие. Вот меняют, видишь, вот поэтому и воды нет. Нет, вообще проживели так. Да, что? Да, да, вот видишь. Ну, это ж предупредили, а я девочек спрашиваю, а вас предупреждали, что не будет света? Он говорит, нет, мы не знали вообще. Ну, вообще странно, да, должны были. Хотя, ну, по-разному, да. Что у нас сегодня, так как пятница и... Много опять на пятницу, на субботу, на воскресенье можно увидеть, где что работает, какие спектакли, какие выставки по Одессе. Ой, с этим пляжем, что вы знаете, военные сказали, что нельзя открывать пляжи, надо закрыть полностью, чтобы никто не ходил. Но пока что это только на словах, как будет на самом деле. Ну, как я говорила, то, что сказали, что можно будет, это не значит, что их разрешат официально таки на самом деле, да? Да. Потому что военные свою точку говорят зрение и... Ну, они аргументируют, что, может быть, отрываются мины. Да, да, что это опасно, да, да. Особенно сейчас штормовое предупреждение, и очень много приносит и взрывается. Но я не слышал, что взрывается, честно говоря. Нет, ну вот сегодня же в Граде даже показывали на канале, как
приносит много мину, принесло на берег. Ну, может быть, это позже, может быть, это не сейчас. И показывали, как ее разминировали, как ее взорвали. В общем, это на телеканале. Сегодня на Граде я смотрела. Наш телеканал одесский. Угу. Я по утрам его все время смотрю наши новости одесские. И хочу повториться, что мы рассказываем только за Одессу и Одесскую область. И говорим, и все новости мы говорим только за Одессу. Потому что мы живем в Одессе, это наш город, информация у нас более доступна. А кто живет в других городах, говорят за свои города. И им это тоже проще, чем нам. Вот, кстати, на телеграм-канале я выкладываю новости, чисто новости, которые я беру с источников интернета. Наших одесских каналов и источников. А, что-то там такое яркое. Моют окна, да? Оффлайн. Да. Нет. Это магазин. А кафе это... Это может быть... Подвал. А, вот это. Как? Ресторан. Вот это. Лайла. Лайла. Лейла. Лейла. Лайла. Лаура. Вот так вот. Вообще никого нет. А это Алибаба. Он по здесь и поворачивает на Дерибасовскую. Да. Ну, когда-то здесь был итальянский. Он ушел. Он ушел, да, был неплохой ресторанчик. Алибаба мы не знаем. Не я хочу музыку уйти, а, Игорь. Я понял. Сейчас он везде распродажи, скидки. Как бы уже для магазинов, для одежды сезон заканчивается, да, и сейчас большие скидки в магазинах. Ну, сейчас и на фрукты нормальная цена. Ой, я так люблю вот этот магазин, кактус. Здесь очень интересно, такие оригинальные. Ой, бегло. Можно немножко зайти посмотреть, да? Витаемо. Это здесь девочек я не снимаю. Какой интересный вигвам. Прелесть. Ну, это вообще очень оригинальный магазин. Здесь много всего можно купить. Интересного, оригинального, необычного. На любой вкус, на любой выбор, да. Здесь и посол. О, смотри на этот посол. Как тебе эти часы? Это настоящее время или не, Игорь? Нет. Не? А что, они тоже продаются такие часы? Да? У нас все продаются. Как интересно. Я не видела такие часы, как интересно. Смотрите, эти бокалы. Да. Тоже скидка на бокалы, оцени. У нас в магазине зараз акция, ага. До 50% акция. Ага. Мы не все успели расклеить в обере, поэтому если вам понравится какой-то товар, вы скажите, мы пробьем и скажем, если акция. Спасибо, спасибо. Если я вам нужна, спасибо. Да, спасибо. Вот видите, какой приятный персонал. Ну вот приятно зайти, посмотреть, поговорить. Вас приглашают, никто не запрещает снимать, с вами разговаривают. Ну, великолепный магазин. Мы потом обязательно еще раз зайдем более подробно. Это мы так вам в обзоре просто показали, как здесь красиво. Видишь, акции. Такие девочки приятные, да? Да. А, ну и это Model Planet. Ага. Тоже красиво. Да, ну это вообще тут Рояль Деко.
Да, здесь такая уже посуда более... И цены более. Да, 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 более. Ну, тут есть этот двор, мы часто сюда заглядывали, я покажу вам. Здесь в этот двор можно зайти с этой стороны, со стороны Дерибасовской, и выйти на Ланжероновскую. Да. Ну, есть свет хотя бы. Уже хорошо. Смотри, много-много. Этого тоже здесь. А, это Мэри Берри, по-моему, похоже, но еще нет вывески. Ну, похоже. Да, похоже. Да. О, вот за стоянку. Посмотрим цены за стоянку. Смотрите. 20 гривен за годину. Безкоштовно с 18 до 9, 10 хвилин на оплату. Не платить готівку паркувальникам, це незаконно. Вот, поняли? Вот так. То есть, если ты встанешь в 7 часов вечера, 6. Нет, на 10 минут, на 10 минут бесплатно. Нет, это ты 10 минут ты должен заплатить за 10 минут. А если да? 17, а я по-другому нет, поняла. Нет, с 17 до 9 утра бесплатно. Да? Да. Так интересно, а я по-другому. Видишь, как мы все по-разному. Ну, это нормально, когда по-разному мужчина и женщина. С разных планет. Как тебе нравится вывеска? Министерство Чебуракис. Да? А, кстати, ты знаешь, а я вот, честно говоря, соскучилась. Помнишь, это ж там было, или мы прошли уже, Пирожковая, вот там он. Прошли. Прошли, да? Там мы были чебуреки. Чебуреки. А почему министерство сейчас? Тут что, продают чебуреки? Здесь был ресторан. Не, ну здесь был ресторан, это понятно. Я просто сказала за чебуреки, я вспомнила, что было очень вкусное. Там были и вареники, и пирожки, и чебуреки. Мы на греческую за это выходили. Да, на греческую, так мы на греческую шли кушали, а потом шли в кинотеатр, да? Да, на греческую. О, там были такие пельмени. Там было все время много, большие очереди. Ну, там было вкусно. Это в молодости. Мартыновского. Да, была Мартыновского, точно, точно. Конечно, как вы говорите? Все так красиво, когда зелень, каштаны. Смотри, да, красиво. Вот, да, с лисюлечками. Да, вот эти с вот. Ивой. Да, да. Они, кстати, так быстро растут, вот эти деревья. Вот эти. Мне говорили их название. Да. 18. А вот, помните, я говорила за аптеку Гаевского? Вот еще одна, видите? Аптека Гаевского. И мы как-то шли, обжора здесь была, закрывали ее, вывозили мебель, а ее уже открыли, она обновленная, очень удобно, гораздо удобнее сделали, чем было. Она маленькая площадь, и там было немножко не совсем удобно. А сейчас и удобно, и комфортно, и прохладнее там, да, вот мы заходили пару раз. Да, да. Что у нас будет? Катерининская площадь, 106, что это? Не знаю. Я думала, это реклама. По-моему, мужской клуб, 18 лет. 29 серпня, Мускомедиа, концерт до Дня Незалежності. Без обмежень, разом до перемоги. Вот, що буде. Получается, мы так немножко... Ну, а вот здесь, в этом кафе, всегда очень много людей. Я не знаю, почему. Видно, они здесь и живут, и в основном... Гостиница внутри двора. Да, но у меня такое впечатление, что это журналисты все. Или же вот... Жители. Ну, я понимаю, они здесь живут, но в основном, видишь, контингент здесь, да, похожий. И кафе... А здесь все закрыли. Ремонт. Ремонт, и кафе, да, приурочено к этой гостинице. Ну, может быть, может быть. Но просто я вижу, что в основном молодежь. Здесь вот тоже, это тоже здесь, кстати, это гостиница, можно зайти вовнутрь. Ну, это все в центре города, понятно, здесь цены. Ворота, ворота, ворота.
Да, ну, людям нравится меня продавать, зайдем, здесь ни к чему не обязывает, как бы здесь старые дворы, как ни один наш подписчик написал, до сих пор помнит запах старых дворов, запах кирогазки, кирогаза, да. Вот сейчас, кстати, пахнет печеным перцем. Очень вкусно, аппетитно. Да. И вот видите, как двор. Вот здесь можно... Это не мангал, а как это называется? Барбекю. Барбекю люди делают, видите? Как здесь именно колоритно, да. То, что вы хотели. Мы были раньше в этом дворе. Очень давно. Вот двор. Еще раз. И там двор. И можно увидеть и новые посты. Ну, дальше мы не пойдем. Там уже как... Ворота закрыли. Да, вот еще один репортер идет. Снимает. Чуешь запах перца печеного? Чую. Да, уже чесноком пахнет. Уже запекли, шкурку сняли и выдавили чеснок. Да? Как о, какая прелесть! Кто тут лежит? Привет, красавец! Не голодный. Не мяукает. Ой, спрашивали наши подписчики за нашу кошку Тигрину. А что тебе, ей все хорошо, она любит внимание, шкоды делает, хулиганит. Что ты как-то откроешь? А, хорошо, что можно так открыть. А то я думала, все, будем проситься где-то приютиться. Да? Балкончик, девушка ушла. Ну и здесь, конечно, о, еще ремонт. Буквально вот были, не было уже ремонт. Мне вот отсюда видно мозаику, не знаю, будет видно вам. Мозаика. Да, здесь трудно ее показать. Очень красивая мозаика там. Но это вот только вот тут. Ну, с той стороны тоже я показала. Немножко, наверное, видно сейчас. У меня есть, я показываю. Я не помню, или в Инстаграме, или в Телеграме. Вот не помню. Показывала крупным планом эту мозаику. Арсен Мирзоян, 27.08.19.00, просто FM 105. На этом будем заканчивать. Наверное, будем заканчивать. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра.